День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим праздником и для краткости называют просто Днем кинолога, отмечается ежегодно с 2004 года. История же этих подразделений в структуре российских правоохранительных органов, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. Впоследствии дата и стала основанием для учреждения праздника. В преддверии этого дня полицейские из Центра кинологической службы посетили гимназию номер 5, где в пришкольном лагере с дневным пребыванием отдыхает, образовывается и набирается сил 150 детей. Наш лагерь называется «Страна чудес», но мы работаем по программе «Орлята России». Естественно, это прежде всего патриотическое воспитание детей, это воспитание любви к малой родине, к семье, к себе, ну и, соответственно, к окружающим, потому что у нас объявлен год семьи. Мы их воспитываем быть честными, открытыми, увлекающимися, поэтому стараемся каждый день наполнить чем-то новым, интересным, ярким. Это обязательно, чтобы у детей запомнился каждый день лагеря чем-то новым и интересным. А что же может быть интереснее службы полицейского кинолога, по мнению детей? Она, как у героев известной песни, и опасна, и трудна. И сегодня эти настоящие супергерои в гостях у ребят. Старший лейтенант Ирина Бебишева со своими сослуживцами и собаками Лексус и Санта показали детям, на что способен хорошо обученный пес, несущий службу по охране порядка. Сегодня мы провели ребятам знакомство с нашей службой. С нами сегодня была служебная собачка «Лексус», обученная по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, которая продемонстрировала нам поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств на багаже. В дальнейшем обозначила один из багажей. Другая собачка, которая с нами была, это «Санта». Она у нас обучена по следовой работе. Наши сотрудники продемонстрировали ребятам задержание и отражение нападения на сотрудника полиции при патрулировании со служебной собакой. Ребята с удовольствием узнали, что собаки в патрульно-розыскной работе – незаменимые и серьезные помощники. Ведь кинологические подразделения обеспечивают надежную охрану важных государственных и войсковых объектов, охрану общественного порядка и выполнение других служебно-боевых задач. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов есть масса учебных приемов, за которыми с восторгом наблюдали дети. По окончании мероприятия ребята вручили своим новым друзьям из полиции художественные работы, нарисованные в честь Дня кинолога. И, конечно, сфотографировались на память с лохматыми служителями закона.